давайте его попросим. Это сын знаменитого композитора Дунаевского. Поверьте мне, что он не менее талантлив. Он недавно подписал контракт с Atlantic City на шоу, которое называется Whispers. Это огромный успех и длительная работа Максима, которая закончилась успехом. Я хочу поздравить Максима. Я надеюсь, что все присутствующие увидят этот шоу. И, наверное, маленький кусочек из этого шоу музыкального он сейчас сыграет. А, нет, он что-то сделает другое. Он с микрофоном подойдет к роялю и что-то сделает. Я хочу поздравить моего дорогого друга, теннисного партнера, музыканта, певца. Конечно, он до славы своей жены еще не дорос, но еще есть время, я думаю, у него много времени для того, чтобы попрактиковаться и стать настоящим певцом, как его супруга. Тем не менее, я бы хотел его поздравить, как моего соратника, музыканта, потому что он очень глубокий, тонкий ценитель музыки. И, конечно же, может быть, многие из вас знают, видели фильм «Три мушкетера». Это мой первый фильм, в котором появились популярные песни, ставшие потом известными. Я хочу поздравить сегодня автор песни «Мушкетер», которым я написал специальные слова к его юбилею. Maxim Dunaevskyi.